Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Аркос. Ребятки, проект набирает обороты. И я очень рада, что я не разочаровалась в этом проекте. И что я не прошла мимо. Участников всего уже почти 8 тысяч человек. Сегодня присоединилось 179. Выплаты почти 85 тысяч рублей уже выплачено. Вот. И это, ребятки, вход всего лишь с $1. Я вышла уже как бы на доход и без рефералов. Вот, идут переливы огромные. Вот есть последние регистрации топ-лидеров. Вот, я зашла на Олимп. Выход, заработок, да? Здесь на выходе 5309. Аргос этих, это в долларах. 5309 долларов. Вот, но большинство всех пошли на Олимп. Идут переливы. В общем, движение идет. Если мы кликнем, можем перейти в группу ВКонтакте. И здесь у них администрация. У нас здесь постоянно есть конкурсы. Вот с 1 декабря по 21 декабря запускаем видеоконкурс. Пожалуйста. Можно участвовать в конкурсах. Здесь делятся результатами, да? Как бы. Вот. Уже кто-то в 11 стол перешел из 15 столов. Представляете, какой доход? И вот на 7 тысяч. И здесь постоянно конкурсы, ребятки. Вот. Можно принимать участие. Я же хочу поделиться с вами своими результатами. Я сегодня перешла в 6-й стол. И это, ребятки, с $1, согласитесь, неплохо. Я уже проверяла его на вывод. Все замечательно. Выводила я $5. У меня есть видео на YouTube. Можете посмотреть. Вот активирован платформ у меня один всего. Это суммарно всего я уже заработала $8. Согласитесь, неплохо, да? Вот. И заходила я вот на Олимп. И вот это вот первый стол, да? С $1. А вот здесь сумма. Сколько у меня сейчас на балансе? $4. Опять я уже вывела. Вот. Первый стол закрыт. Второй стол закрыт. Вот. Это я даже не знаю. Это все идут люди переливами. Третий стол. Так. Четвертый. Пятый стол. Вот у меня закрылся. Вот. Встал человек, да? У меня закрылся. Здесь двухместные короткие матрички. Двухместные. Вот. И я тогда перешла в 6-й стол. Вот. Это я считаю супер. Это я даже вчера перешла. 7-12. Сегодня уже 8-е число. У меня есть, да, я не спорю, у меня есть рефералы, но они, я не знаю, люди регистрируются, боятся доллар потерять, что ли. Да вы никогда здесь не потеряете. Здесь $1. Все, кто зашел, здесь все уже вышли как бы на доход. Все имеют абсолютно даже. Ладно, у меня здесь, но тем не менее они не активны, да. Но вот два человека. Вот.
Есть люди, у которых вообще нет рефералов. Тем более два человека. У меня один активный человек, вот это первый. Вот ноль. Это я. Да? Вот это я. Видите, моя почта, мой логин. Вот. И у меня всего один активный человек. Я уверена, что у него уже он вышел на доход. А у некоторых вообще нет рефералов, как бы, да. И они также имеют доход. Ребятки, всего с $1. Я очень довольна, что не прошла мимо. Вот. Ну, а здесь как бы идут начисления, как бы, да, поступления от пользователя. Как бы выплата за матрицу. Вот я выводила 5 Argus. Средства выведены на ваш Pair кошелек. Вот, конечно, проект замечательный и проект супер. Не забывайте в настройках только указывать платежный пароль и записать, как бы, да, это все. Потому как его нужно указывать при выводе денежных средств. В этот проект, конечно же, не стыдно приглашать, потому что проект супер. Идут переливы со всей структуры, да, как бы. Вот. И это, конечно, замечательно. Вот мой заработок, вход 1 Argus, заработок 8. Ну, а бонусов здесь и нет реферальных, как бы. Это чисто мой заработок. Вот. Согласитесь, это замечательно. Вот. Приглашаю, конечно, в проект, кто захочет. А кто уже здесь, активируйте платформу, заходите на Олимп. Пойдут переливы. Не так быстро, как хотелось бы. У кого большая команда, у того, конечно, доход идет быстрее и доход в разы больше. Ну и здесь у нас реферальная ссылочка. Можно делиться как бы реферальной ссылочкой и приглашать партнеров. Но как я вам показала на своем примере, без приглашений, да, есть доход, есть переливы, и матрички закрываются, так как они очень короткие, всего 2 места. И идет автопереход, автопереход последующую, как бы, стол. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.